聚散在岁月的等候，一字一句又曾形容黑夜尽头。如果有成就，你的眼眸就是自由。风断了，乱了，勾勒出的轮廓，火烧了，灭了，将你烙印成我。路寻寻觅觅，谁与谁有过？而我早已经让你一眼看破。风断了，乱了，花一般的寂寞，火烧了，灭了，灯心冰冷如昨。缘分Ваше Величество, вот брачный договор, который я составила для наследного принца. Взгляните на него, все ли в порядке? Прекрасно. Прекрасно. Все пойдет по плану. Ваше Величество, брак наследного принца – великий праздник для нашей династии. Благословение для всех людей. Наследный принц скоро придет. Это будет для него сюрприз. Дочь генерала Пая. Она и правда лучшая кандидатура. У императрицы хорошее чутье. Когда мы сделаем объявление, я буду на горе Тайшань молиться богам. И я смогу рассказать об этом нашим предкам. Ваше Величество, не стоит ли мне вызвать императорского лекаря? Все хорошо. У меня это всегда было, ничего серьезного. Ваше Величество, ваше здоровье должно быть на первом месте. Нельзя быть столь беспечным. Императрица. Какое счастье, что у меня есть столь добродетельная жена, способная разделить мои заботы. Именно поэтому вы нуждаетесь в отдыхе и заботе о здоровье. Мы состаримся вместе. Обещаете? Если Его Величество приглашает вас сегодня, боюсь, это будет объявление о вашем браке. Шокирующее поведение барышни Пай несколько дней назад уже стало известно по всему имперскому городу. Его Величество это упомянул в приватной беседе. Он сказал, что яблоко от яблони недалеко падает. Дочь генерала – это непростая девушка. Она может позволить себе быть дерзкой. Ее манеры схожи с манерами Ее Величества. Приветствую отца и матушку. Приветствую, Ваше Величество. Поднимитесь. Императрица, вы можете сказать это нашему сыну? Сын, как наследный принц ты должен быть примером для остального мира. Сейчас ты достиг возраста, когда нужно задуматься о женитьбе. Мы обсудили твой брак. Отец и матушка каждый день заботятся о делах государства, и вам еще приходится заботиться о столь мелких вещах, касающихся меня. Это столь неподобающе с моей стороны. Я не буду настаивать на выборе наследной принцессы. Объявите. Ваше Величество, наследный принц, примите указ. Дочь всем известного генерала Золотой Имперской Стражи Пай Цзюдао, Пай Лацин, умная, щедрая, нежная, добрая и красивая. Услышав о ней, я был очень счастлив. Наследному принцу уже 20 лет.
Он достиг возраста брака. Ему нужно найти себе в пару добродетельную женщину. Пай Лоцин достигла возраста, подходящего для замужества. Она прекрасно подходит наследному принцу. Чтобы оценить ее достойным образом, она будет обручена с наследным принцем, как наследная принцесса. Что касается ритуала свадьбы, дело передается в ведомство обрядов. После церемонии поклонения предкам на горе Тайшань, астрологическое ведомство должно выбрать подходящую дату для свадьбы. Наследный принц. Примите указ. Ваше Величество, наследный принц безмерно рад и не знает, как выразить это словами. Сын чересчур скромный. Возможно, я поведу себя неподобающе, но прошу, отставите решение. Что ты сказал? Отец и матушка. Что касается наследной принцессы, в моем сердце уже есть кандидатка. Надеюсь, отец и матушка смогут принять это. Что? Непокорный сын! Ваше Высочество! Как ты смеешь идти против нашей воли? Ваше Высочество! Ваше Высочество! Ваше Высочество! Ваше Высочество! Отец! Управляющицы, сколько займет путь отсюда до Пламенной горы? Если поторопимся, сможем достичь ее за 15 дней. Этот меч выкован мной при помощи энергии неба и земли в озере Линси, чтобы смягчить его. Чтобы вложить в него духовные силы, я влил в него свою кровь. Только так могло получиться оружие, достойное тебя. Я однажды сказала, что если ты не виновен, я обязательно заплачу тебе за удар в тот раз. Жаль, что все складывается не так, как мы хотим. Я не могу принять твой меч. Возвращаю его. Молодая госпожа, вы правда решили покинуть астрологическое ведомство? Вам все равно придется ждать, пока вернется сановник Ли, чтобы решить этот вопрос. Он уже на пути в имперский город. Будет через пару-тройку дней. Вы правда хотите уйти в Академию астрономии одна? Даже не хотите, чтобы я за вами последовала? Это не нужно. Оставайся здесь. И позаботься об отце. Покажи ему мою почтительность. Молодая госпожа, Сыту Фэнцзянь! Выходи! Выходи! Младший смотритель Пай должно быть здесь из-за наследного принца. Ты отвратительна! Она, должно быть, сошла с ума. Немедленно выходи! Ты оставайся здесь. И не выходи. Молодая госпожа! Сыту Фэнцзянь! Молодая госпожа! Молодая госпожа! А ну, выходи! Сыту Фэнцзянь!
ты подлое! Лицемерное существо! Если не из-за тебя, то из-за кого же его высочество отверг брак? Прекрасно. Я стала посмешищем имперского города. Мой отец из-за этого пострадал и стыдится показаться. Если не разберусь сегодня с тобой, я больше не Пай. У меня и в мыслях нет становиться наследной принцессой. Если у Пай есть время устраивать мне проблемы, почему бы ей не вернуться и не подумать, как подльститься к наследному принцу? Сыты Фунцзянь, послушай-ка. Твое возмездие не за горами. Настоятель восьмисторонней пагоды и посланник Аганата этим утром вошли в имперский город. Боюсь, сейчас они уже во дворце. Утраченное зеркало пламени не сойдет тебе с рук. Ее величество незамедлительно накажет тебя. Так скоро? Не думала, что они так быстро приедут. Похоже, мне срочно нужно уходить из астрологического ведомства. Мои навыки боевых искусств не настолько хороши, как твои, но я так просто не сдамся. Получай! Остановитесь! Приемный отец. Я оставил вас всего на несколько дней, и вы уже начали драться. Если бы я вернулся месяца через два, не было бы астрологического ведомства? Сановник Ли, вы наконец вернулись? Если бы еще задержались, наша молодая госпожа... Синсю. Думаешь, она бы пострадала? Какие у нее страдания? Это я пострадала. Это меня обидели. Из-за нее наследный принц отказался от брака. Она не только подняла меня на смех, но еще и унизила моего отца перед сослуживцами. Наследный принц был наказан ее величеством императрицей. И все это благодаря тебе, сытый Фэнцзянь. Хватит. Все равно это не повод вызывать хаос в астрологическом ведомстве. Сытый Фэнцзянь. Тебе не сойдет с рук утрата зеркала пламени. Посол Каганата выдвинет обвинение против тебя. Старина Ли, скажите сами, кто причина этой ситуации? Фэнцзянь, идем со мной. Я подвела приемного отца. Я недостойна потраченного времени. Накажите меня. Что ты делаешь? Встань же. Пол холодный. Все меняется. Наша судьба нам не подвластна. Ты не можешь противостоять этим изменениям. Приемный отец, ты что-нибудь нашел во время путешествия на гору Тай? Ответь мне. Была ли ты в военном лагере у разоренной деревни? Чтобы разобраться со шпионом, мы отправились в тот лагерь. В военном лагере есть спрятанная запретная запись. Это то, чего ее величество боится больше всего. Знак небес. Это правда знак небес. Обнаружение надписи и солнечное затмение. Это все изменение великой катастрофы. Во время своего путешествия я занимался наблюдениями, чтобы узнать будущее. Жаль. Отец, его величество и его высочество сейчас в большой опасности. Ее величество может получить власть над двором. К тому же, его величество сейчас нездоров. Так что это будет совершенно законно. Судьба династии сейчас не в наших руках. Приемный отец, мне нужна твоя помощь. Прошу, согласитесь. Нет. Тебе не нужно об этом говорить, я и так все знаю. Ни за что. Но сейчас это единственный способ решить проблему. Приемный отец, достаточно. Если только ты... Больше ни слова. Я на это не соглашусь. Фэнцзянь, путь небес постоянен. Причины и следствия цикличны. Всем нам положено быть боязливыми. Я этого никогда не одобрю, если хочешь узнать тайны небес. Приемный отец, мои родители оставили меня в самом раннем детстве. Это ты вернул меня к жизни.
взрастил с заботой, научил тому, как вести себя. Люди видят во мне демона, ведь я могу пророчествовать. Приемный отец защищал меня все время. Иначе меня сожгли бы, как ведьму. Ведь так? Все эти годы я всегда помнила о том, чему ты меня научил. Я никогда не заглядывала в будущее намеренно. Но сейчас положение угрожающее, мы должны пойти на крайние меры. Я хочу понять, где находится зеркало пламени. Так я смогу дать внятный ответ. Кроме того, двор отправил монахов в восьмистороннюю пагоду. Это означает дружбу между двумя странами. Из-за меня отношения между восьмисторонней пагодой и западными областями утратили стабильность. Способно ли это нарушить мир между двумя странами? Если две стороны пойдут войной друг на друга, народ окажется в бедственном положении. Позвольте мне это сделать. Ни за что. Я с этим не соглашусь. Дженнер, когда я удочерял тебя, надеялся, что ты будешь жить как обыкновенный человек. Более того, для его величества магические трюки – это табу. Ты никогда и никому не должна говорить о том, что у тебя есть какие-то способности, иначе окажешься в невероятной беде. Да, я поняла. Наследный принц оказался вовлечен во все это из-за меня. Мне правда очень жаль. Надеюсь, вы защитите принца, прежде чем его накажут. Твоя проблема в том, что ты слишком добрая. Это он втянул тебя в это. А ты еще беспокоишься о нем? Он наследный принц. Кто-нибудь обязательно будет его защищать. Но отец... Что? Как бы то ни было, я все равно вовлечена. Достаточно, достаточно. Не переживай о наследном принце. Приемный отец знает, что делать. Спасибо. Позаботьтесь о себе. Сейчас я отправлюсь в Академию астрономии и займу свое место. Прекрасно. Отправляйся, Дзенер. Тебе нужно быть очень аккуратной. Поняла? Приемный отец, мне нужно уходить. Ваше Величество, вы так утруждаете себя. Вы слишком много трудитесь ради страны. Вы должны прежде всего выздороветь телом. Императрица, ты уже сообщила чиновникам двора? Ваше Величество, я следовала вашему указу и попросила министров подождать в соседнем зале. Наш сын знает, что это его вина. Он стоит на коленях снаружи дворца. Ваше Величество желает его увидеть? Он заставил меня очень сильно расстроиться. Я не хочу его видеть. Ваше Величество, постарайтесь успокоиться. В будущем он унаследует империю. Семья наследного принца будет ему опорой, когда он займет трон. Иначе, зачем ему жениться на дочери генерала Пай? Императорский лекарь сказал, вам нельзя волноваться. Императрица. Не волнуйтесь. Я подумаю над ситуацией с нашим сыном. Ни один родитель не причинит вреда своим детям. Наш сын еще молод. Должно быть, его кто-то обманул. В наказание отправлю его в Восточный дворец. Копировать 100 раз канон сыновьего почтительности. Вот. Это единственный способ. Наш сын не зрел. И двор встревожен по многим делам. Я бы и хотел отдохнуть. Но не могу. Ваше Величество, вы вновь обеспокоены. Дела двора могут подождать. Успокойтесь. В конце концов, разве у вас нет супруги? Я сделаю все возможное, чтобы помочь вам. Что если... Для начала я помогу вам прочесть отчеты.
Я вам сообщу, когда разберусь с ними. Тогда у вашего величества будет время для отдыха. И вас не станут беспокоить по всякой мелочи. Ваше здоровье для нас важнее всего. Императрица слишком балует меня. Ступай. Сделаем, как ты сказала. Ваше величество, надеюсь, вы быстро поправитесь и насладитесь годами жизни с внуками. Вот, ложитесь и отдохните. Наследный принц такой незрелый. Говори тише. Не нам обсуждать семейные дела его величества. Верно. Вы правы, его величество должно быть переживает по этому поводу. В каждой семье есть проблемы. Придется поступить по-другому. Ваше Величество, министры ждут вас. Ваше Величество, пожалуйста, будьте спокойны. Я помогу вам справиться с министрами. Мои министры, можете высказать свое мнение без колебаний? Отвечаю вашему величеству. Когда его величество нездоров, делами должен заниматься наследный принц. Никогда в истории не было, чтобы это делала императрица. Надеюсь, вы подумаете над этим. Я того же мнения. Наследный принц – будущий правитель. Заниматься государственными делами наследному принцу полагается по положению. А остальные? Что вы думаете? Давайте обсудим. Министр Шангуань рассуждает здраво. Наследный принц будет управлять народом. Наследный принц будет управлять народом. Уважаемые министры, я не согласен с вашими мыслями. Наследный принц, управляющий империей, это воля небес. Министр Шангуань, пожалуйста, наберитесь терпения. Наследный принц – второй правитель нашего государства. Но ее величество – мать страны. Наследный принц еще слишком молод. Ее величество – образец для подражания. Исполнять обязанности правителя – это также разделять бремя его величества. Это праведное и достойное поведение. Вдовствующая императрица династии Цинь управляла государством. И были случаи, когда императрицы действовали из-за кулис. Его Величество хвалит Ее Величество за ее добродетель, за служение стране. Не вижу в этом ничего зазорного. Наследный принц милостив, правильно и законно. Именно наследному принцу править народом. Министр Шаньгуань, я не согласен. Его Величество временно нездоров. Если Ее Величество возглавит страну, она может предоставлять отчеты непосредственно Его Величеству. Так, министр Шангуань или Ифу имеют противоположные точки зрения. Генерал Пай, а вы что думаете? А
отвечаю вашему величеству. Я согласен с сановником Ли. То, что ее величество будет править страной, объявлено лично его величеством. Те, кто против, не подчиняются императорскому указу. Председал! Ваше величество, будьте добры, разберитесь с делами страны. Ваше величество, будьте добры, разберитесь с делами страны. Долгих лет ее величеству! Долгих лет ее величеству! Молодая госпожа, вам правда нужно идти? Синтю, не хотелось бы отправлять вас одну. Я не собираюсь идти одна. Я возьму тебя с собой. Иди и собирай вещи, пока я не передумала. Правда? Ты можешь последовать за мной. Но ты должна мне кое-что пообещать. Я приму любое условие. Я буду слушать вас, пока могу быть с вами. Прекрасно. Ты не должна никому говорить, где мы, включая приемного отца. Поняла меня? Ты должна помочь мне в этом. Разве вы не собираетесь в Академию астрономии? Собираюсь, но не сразу. Сейчас у меня есть одно очень важное дело, которое нужно сделать. И мне нужно скрыть это от приемного отца. И что это? Мне нужно сходить кое-куда. Куда вы собираетесь? В отдел по чужеземным делам. Чужеземным? Тише. Вы хотите увидеться с... Да. Мне нужно встретиться с самой. Управляющицы, далеко еще ехать? Будем на месте, когда минуем тот холм. Хорошо. Давайте узнаем там. Хорошо. Хозяин? Хозяин! Я хочу узнать, этот путь к Пламенной горе? Это не то место, куда стоит идти. Там погибло множество людей. Не так давно много несчастий произошло на Пламенной горе. Люди, которые тут раньше жили, уже убежали. Много деревень, окружавших ее, остались пустыми. Это дорога Хулукоу. Изначально это был короткий путь до города, но сейчас он заброшен. Хозяин, можете все-таки подробнее рассказать о том, что случилось? Нам нужно попасть на Пламенную гору. Несколько месяцев назад темные облака внезапно накрыли Пламенную гору. Земля здесь вся тряслась. Сначала реки изменили свой ход, потом из горных скал хлынула кровь. Люди, кто там был, либо убежали, либо погибли. Ни один из караванов, следующих туда, не вернулся. Никто не знает, что произошло, и не может объяснить. Сегодня караван из имперского города двинулся этой дорогой, не слушав моего совета. Их еще можно разглядеть. Помогите! Бежим скорее! Помогите! Чунтянь! Помогите! 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 Брат, помоги нам! Помоги нам! Помоги нам! Помоги нам! Глава, что случилось? Чем вы все так напуганы? Там в горах демоны!
Демоны! Управляющий Ци, позаботьтесь о них. Я пойду и проверю. Будьте осторожны. Хорошо. Ты тоже! Эти раны кажутся знакомыми. Кажется, я видел их раньше. Джунтянь? Не думал, что тебя здесь увижу. Я не видел, как ты покидал имперский город. Это не важно. Я изначально хотел бы видеть тебя рядом в сражении. Но его величество огласил свое решение. Я был восстановлен, и меня отправили обратно на перевал. Вот поэтому и не попрощался. Великолепно, что ты был восстановлен. Нам нужно отпраздновать это. Так это вы, Джунтянь? Я многое слышал о вашей смелости от генерала Ли. Но лучше раз увидеть, чем сотню раз услышать. Генерал Ли, я пойду вперед, а вы можете поговорить. Хорошо. Разве ты с чиновницей Сыту не остался в имперском городе? Почему вернулся сюда? По той же причине, что и вы. Удалось найти что-нибудь? Последнее время несколько сельчан пропало без вести в районе перевала. Люди сообщают об этом, но безрезультатно. О чем думает двор? Управление префектуры избегает неприятностей, когда это возможно. Я больше не мог это терпеть, так что взял заместителя и отправился сюда. Никогда не думал, что все дойдет до такого. Брат Джунтянь, здорово снова тебя видеть. Мы можем снова работать вместе. Уверен, мы обязательно сможем докопаться до сути. Удалось ли вам что-нибудь обнаружить? Ветер и песок мешают смотреть. Нам и дороги не видно. Но ходят слухи, что из-за потери зеркала пламени демоны, заключенные в горах, скоро разорвут свои оковы и вернутся в мир смертных. Они принесут людям несчастье и страдания. Кровь запятнает мир смертных. Эти слухи повергают людей в панику, и это тоже меня беспокоит. Клан Крыла уже здесь? Есть ли что-то особенное у ран жертв? Генерал, посмотрите! Идем. Это предполагаемая кровавая река. Это не кровь. А что же? Это ржавчина. Кажется, кто-то плавит железную руду в горах. Если не ошибаюсь, мы узнаем истину на вершине. Температура недостаточно высока, чтобы полностью расплавить метеоритное железо. Быстро подумай о решении. У нас не хватает дров, чтобы поддерживать огонь. Поэтому... Где Хую? Почему ее так долго нет? Куда ты спешишь? Деревни почти все пусты. Я потратила много сил, чтобы найти живых. Приступайте к работе без задержек. Хотите, чтобы я сама это сделала? Помогите! Кидайте! Глава культа Мудрый все знает. Человеческие жертвы могут на самом деле расплавить метеоритное железо. Так что мы скоро будем приветствовать божественного Тяньхэна! Бесконечная магическая сила! Спасение народа! Правление страной! Это место очень неспокойно в последнее время. Имперский гарнизон обязательно начнет расследование. Хую, доложи главе культа. Я продолжу охранять метеоритное железо и ускорю работу. Ладно. Это? Пойдем и проверим. Не отставайте. Хорошо. За ним. Слушаюсь.
Генерал, это знак культа Черного Ворона. Это их секретное убежище? Культ Черного Ворона похитил большое количество метеоритного железа. Это потому, что они тут плавят руду? Но даже если так, они не могли убить такое большое количество местных жителей. Какая тут кроется тайна? Кто проник сюда? Идем. Мир тесен. Разве не ты разрушил мое дело на рынке диковин? Зачем пробрался сюда? Возмутительно! Немедленно сдавайтесь! А ты должна быть гарнизонный генерал. Я могу принести вас всех в жертву божественному Тяньхэну, чтобы вы могли послужить культу Черного Ворона. Неудивительно, что так много метеоритного железа. Ведь оно нужно для того, чтобы соединить два мира и призвать клан Крыла. Откуда тебе все известно? Не знаю, откуда ты взялся. Но раз тебе известна тайна культа Черного Ворона, ты должен умереть. Схватить их! Меч из метеоритного железа. Да кто ты такой? У тебя есть метеоритный меч? Стойте! Ваш заговор раскрыт. Культ Черного Ворона теперь всеобщий враг. Держитесь подальше, или я убью ее! Наш мир изначально неправилен. Выход только начать все сначала после разрушения. Только божественный Тяньхэн может осуществить наши мечты. Тяньхэн придет! Бесконечная магическая сила! Спасение людей! Правление страной! Те, кто попытаются остановить божество Тяньхэна, умрут! Божество Тяньхэн, я иду! Джунтянь! Джунтянь! Братья, отомстим за нее! Вперед! Берегись! Уходим скорее! Джунтянь! Уходим! Спасибо большое. Спасибо большое. Хорошо. Вот, держи. Его уже долго нет. Почему он так и не вернулся? Эта земля сейчас наполнена злом. Что-нибудь могло случиться с этим воином? Этот воин не просто человек, с ним ничего не случится. Он не просто человек, но все равно человек. Там демоны в горах. Никто не сможет вернуться оттуда живым.
Джунцянь! Джунцянь! Генерал Ли, что случилось с Джунцянем? Нужно уходить отсюда. Едем сначала в Нефритовый перевал. Да, скорее! Со, уходим. Успокойтесь, Ваше Величество. Кавалерия тюркского каганата беспощадна. Если мы не сможем узнать ответ на вопрос о Зеркале Пламени, боюсь, они воспользуются тем шансом, чтобы начать войну с нами. Конечно, мне это известно. Не для этого ли я тебя сюда позвала? Есть решение? У меня есть одна идея. Но что скажет Ее Величество? Говори. Я думаю, мы можем использовать брачный союз. И с одной стороны успокоить ситуацию с западными областями, с другой, мы отправим нужного кандидата, чтобы помочь с расследованием пропажи Зеркала Пламени. Неплохо. Идея и правда осуществима.却怎愿是否愿